Детское радио представляет. Очевидное и невероятное. Друзья мои, ну что же это такое? Ну, я прошу, я просто настаиваю. Указывайте в письмах ваши имена и фамилии, чтобы я мог со всем уважением обозначить в эфире автора того или иного послания. Ну вот, вот, пожалуйста, сотни писем с просьбой рассказать о Йови, этом австралийском брате снежного человека. И что? А? Ни одной подписи! Словно их написали и отправили сами загадочные существа, обитающие на далеком континенте. А? А? Что это? Ладно, извините, простите, извините. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня речь пойдет о Йови. Именно так криптозоологи, ученые, изучающие животных, чье существование не доказано, называют огромное волосатое существо, прячущееся в Австралии. По-видимому, термин «йови» произошел от искаженного туземного слова «йоури», обозначающего волосатого звероподобного человека. Так вот, с середины 19 века и вплоть до наших дней свидетельства о встрече с этим необычным существом сыплются как из рога изобилия. Даже я, да, чего скрывать, поддался всеобщему ажиотажу и примкнул как-то к одной научной экспедиции. Произошло это около 20 лет назад. Народ аборигенов тогда рассказывал нам, что сталкивался с волосатым монстром с незапамятных времен. Да что там говорить, друзья мои? Мы сами по ночам, сидя в палатке, слышали крики огромных обезьян, видели какие-то тени. Правда, так никого и не встретили лицом к лицу. Ну, один из нас, конечно, однажды вышел ночью по необходимости из палатки, а вернувшись, долго мычал, размахивая руками, но ничего, кроме мычания, мы от него так не добились. Кстати, он до сих пор ходит и мычит. Но, тем не менее, сотни ученых, повторяю, сотни, подобно нам, проводили на австралийском континенте месяцы в поисках этого южного брата снежного человека. Криптозоолог Рекс Гилрой собрал более 3000 сообщений о Йети и настаивал на том, что эти громадины никто иные, как реликтовые популяции вымерших обезьян или рода людей. Но, увы, увы, убедительных доказательств ни мы, ни он, ни другие экспедиции не предоставили. Итак, как ученые заявляют, нет никаких научных фактов, подтверждающих, что Гигантопитекус реально существует. Ни одной фотографии его самого, его останков или костей скелета. И до тех пор, пока они не появятся, я не смогу с должной уверенностью утверждать, что Йови существует.